21 января 2017 года в городе Санкт-Петербург состоялись общероссийские соревнования по современному пятиборью. Калининградские пятиборцы готовились к этому первенству и показали достаточно неплохой результат. Мне бы хотелось отметить ребят по программе «Двоеборье», которые заняли первое место в командном зачете, которые впервые выступали на таких серьезных соревнованиях. Это Павел и Дмитрий Пусковы, это Байков Александр. Хотелось бы, конечно, отметить тренерский состав, который квалифицированно сумел подвести спортсменов к данным стартам и подготовил их к хорошему выступлению. Удачно, мне все понравилось. Конечно, где-то нервничал, но себя успокаивал. Своим результатом доволен. Ну, во время бега на второй стрельбе не очень получилось справиться, а в основном все получилось. Мне очень нравится вот ездить. Родители гордятся мной, что ребенок, вот спортсмен, ездит на Россию, места занимает там. Есть над чем работать, не стрельбой, допустим. Контролировать внимание. Вот. Плавание. Плавание просто терпеть. Соревнования для меня прошли, ну, не сказать, чтобы очень успешно, но не сказать, чтобы отрицательно, потому что я все-таки из них получил какой-то опыт, какие-то выводы по ним сделал, чтобы дальше все лучше и лучше они проходили. Вывел свои ошибки, вывел все свои, скажем, косяки и прочее. И буду работать над ними, чтобы создать в будущем хорошую базу, хорошие, так сказать, умения, ну, в моем виде спорте. Калининградские пятиборцы находятся в хорошей форме, и в 2017 году мы планируем на общероссийских и международных соревнованиях побороться за высшие награды. Я хочу пожелать калининградским пятиборцам в 2017 году попасть в российскую сборную и защищать цвета российского флага на международных аренах. Вы калининградские пятиборцы! Ура!